Так, мы сейчас находимся на парковке одного магазина в Волгринзе. И здесь проходит ярмарка. Что она из себя представляет? Ну, просто на парковке народ расставляет свои товары. Подходишь, покупаешь. Вот. Очень скудненько. Где вот этот вот центральный базар? И все сопутствующее. USD Organic. Это значит, что оно органическое. 100%. Там хлебобулочные изделия. Вот и все. Так. Это называется Farmers Market. Вот.